почетный гражданин города Балакова присваивается решение Совета муниципального собрания города Балакова персонально, пожизненно и не может быть отозвано. Решение Совета муниципального собрания города Балакова от 25 декабря 2020 года номер 171 Землянскому Анатолию Андреевичу, доктору технических наук, профессору кафедры промышленное и гражданское строительство Балаковского инженерно-технологического института, филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации, советнику Российской академии архитектуры и строительных наук присвоено звание почетный гражданин города Балакова. Поздравляю с этим. И я думаю, здесь большинство из вас с вами знакомы и по учебе, и в принципе по работе городского совета. Это очень, на самом деле, знаково. Я вас искренне с этим поздравляю и желаю только здоровья. Я был шокирован и удивлен. Всем говорю. Спасибо. Самое главное, вот нахожусь я в этом зале, давно уже не был, года, наверное, 3-4. Я только каждого, как говорится, знаю всю историю, все подноготные. Самое главное, высший эшелон власти, опять наш студент. Оказывается, я в штат. Огромная масса, вот всегда встречаю кого-то из наших, и всегда напоят, накормят и спать его. В Африке, в Азии, на Ближнем Востоке, просто вот парадоксально. Иду я по Росатому, каждый второй наш.